В Славянском районе стартовала краевая благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», цель которой – помочь малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к учебному году. Если у вас есть желание и возможность приобрести необходимые для школы вещи и помочь нуждающимся семьям, посмотрите следующий сюжет. Мы расскажем, как это сделать. Способов помочь нуждающимся детям несколько. Это самостоятельно приобрести школьные принадлежности и принести их в пункт приема благотворительной помощи «Вторые руки» или в отделение помощи семье и детям Славянского комплексного центра социального обслуживания населения. Школьная форма, рюкзаки, спортивные костюмы, обувь, письменные принадлежности. В пункте приема будут рады любой помощи. Ведь многие семьи из-за тяжелой жизненной ситуации просто не в состоянии собрать ребенка в школу. Тем более, если детей нет. Помощь и поддержка очень нужна 115 семьям, воспитывающим 250 детей. Кроме вещей и канцелярских принадлежностей, можно оказать материальную помощь конкретному ребенку, информацию о котором можно получить в Управлении социальной защиты населения. Телефон 409-76.